сразу после дебатов там группа молодежи демократической, они были из разных штатов Соединенных, ну, страны, и они все ликовали, и Байден говорил «thank you, thank you, thank you», и в общем, ей, видимо, это понравилось. Ну, я не знаю, понимаете. Любит если... мужа просто, видите? Ну, то, что она любит мужа, это похвально, но надо еще и страну любить. Да. Будучи первой леди, да, ну, как бы. Ну, и нравится статус первой леди, она его не хочет терять. Ну, вот, не верю. Вот в это я не верю. Я не верю. Я думаю, она в 4 года вполне. Слушайте, он был самым молодым сенатором Соединенных Штатов. Он начал политическую карьеру очень рано в своей жизни. Он прошел огромнейший путь. За это его все уважают. Да? Его мемуары будут феноменально интересными, если он напишет все, как было. Да? Это человек-легенда. Он может уйти в историю как легенда. Он не имеет права над собой издеваться. Вот, ну, понимаете, вот я бы с ним так разговаривал. Я бы с ним разговаривал так. Мы говорим о цивилизации, мы не говорим сейчас просто о каких-то вот очередных американских выборах. Да, мы говорим о очень серьезной ситуации в мире. Да. Трамп говорит, о, если бы я был президентом, да никакой Хамас, ни на какой Израиль бы не напал, потому что я бы так зажал Иран под санкциями, да, что им, они бы там дышать не смогли. Ну, понимаете, ну, когда ты слышишь это, то ты понимаешь, вот какого низкого уровня вообще политического мышления и понимания мира, и понимания других культур этот человек. Да, так, то есть, ну вот аналитики говорят о том, что Трамп был неожиданно мягок для Трампа, да, и вежлив, а Байден, наоборот, был такой достаточно грубый, наоборот, даже хамский, потому что он там Трампа назвал и лохом, и лузером. Он там его обвинил. Он его обвинил в том, что он, ну вот про связи с порнозвездой, что он, эти связи были, роман с этой порнозвездой тогда, когда Мелания Трамп, это же Мелания, да, была беременная. Что, в общем, он там такой семьянин плохой, и там и то, и все, и пятое, и десятое. Но я хочу остановиться подробнее на Украине. Трамп еще одну вещь сказал, которая, в принципе, они взаимоисключающие, потому что вот то, что мы слышим до этого и от его штаба, и от его лично, от него лично, оно как раз говорит о том, что за 24 часа все прекращу. Как прекратишь? Ну, в Украине нет оружия, там, по сути, капитулируйтесь, вот и все. А тут же он сказал о том, что, ну, вот то, что Путин сказал, как выдвинул, как территориальные претензии к Украине, не, это неприемлемо, так не может быть, и на это нельзя идти. Что вы думаете? Ну, это классический Трамп, да, это классический Трамп, который говорит одно, через минуту забывает, что он сказал, и говорит другое. Это же классика, то есть это классика Трампа. Это, то есть, ну как может такое быть? У него в команде, вот когда он был президентом, было 44 близких к нему человека. Из этих людей один из 44 поддержал его кандидатуру на президентство сейчас. То есть на выборах в этом году. Из 44 один. Я думаю, команда Байдена вся поддержала, да, его решение. Ну, сегодня она, конечно, уже так не думает. Но до сегодняшнего дня было так. А тут из 44 один. Ну, вы понимаете, это человек реально, он, вот, он великий сейлзмен, то есть продавец. Он вот этим он выигрывает, вот этим, потому что он продает мечту. И люди покупают. А почему они покупают? Потому что рядом стоит человек, который эту мечту сформулировать не может. И поэтому Трамп спокойно говорит, что никогда не было в истории Соединенных Штатов такого плохого президента, но мы все равно подберем страну, и мы ее сделаем вновь великой.
Ну, понимаете, это его, вот это вот все его. Значит, говорили о возможности вторых дебатов. Сейчас, я думаю, стратеги Трампа ему скажут: не надо. Не надо. Ну, 10 сентября у них еще же должны быть дебаты. Нет, я думаю, нет. Я думаю, что его стратеги скажут: не надо, все, твой соперник себя закопал, да, не надо его откапывать. Все. Да? Ну, Бог знает, что может произойти в сентябре. Все. Это то есть, цель достигнута. Ну, поэтому сейчас все зависит от демократической партии, все зависит от лично от президента Джо Байдена, ну, которому я там желаю всего наилучшего, но уже не в политике. Вот. Савик, но это все хорошо, но если бы это так не касалось Украины и так не влияло на нас, поэтому, знаете, ну, я теперь вот... Если Украина, перейти... Украина да. Это разговор, это дискуссия в себе. Понимаете, это дискуссия в себе. Это я как-то вам сказал, что с моей точки зрения, ну, при Агиле, по-моему, я Рустамзаде, я это сказал, или при Пономареве, я не помню, Илья, да, что украинский народ будет решать. Да, это не будет решать ни одна конференция, ни вторая конференция, а украинский народ будет решать. Да, 100%. Савик, но я хочу вам просто дать цитату президента Владимира Зеленского. Вчера он заявил буквально на пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Он сказал следующее. Украина не хочет затягивать войну. По его словам, он поручил быстро подготовить план урегулирования с Россией и ко второму саммиту мира. Этот план он хочет подготовить. Цитирую его, Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. План урегулирования должен быть готов в течение нескольких месяцев, так как у Киева много раненых и убитых. Владимир Зеленский отметил, что Украина не связывалась с Россией после мирного саммита в Швейцарии. У меня не было диалога с ними за это время. Если это происходит в тени, в секрете, то это не про нас. Мы хотим это делать открыто. Также, что перед этим было, мы помним, что Дмитрий Кулеба, глава МИД, заявил, что участие России во втором мирном саммите возможно через посредников, так как Украина не стремится к прямым контактам с Москвой. Кулеба привел в пример успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе, когда Украина вела переговоры с Турцией и ООН, а те, в свою очередь, с Россией. Также глава МИД Швейцарии Кассис предположил, что второй саммит мира по Украине может пройти этой осенью, но до президентских выборов в США, назначенных на ноябрь. Он отметил, что переговоры по завершению войны в Украине не могут проходить без России, и выразил надежду, что она присоединится к ним в будущем. Я это вчера вот прочитала заявление, и помните, мы с вами обсуждали, и не только вот с вами, с нами в эфире тоже наши гости еще были, то, что Дима уже неоднократно, Дмитрий Гордон, заявлял о том, что по его ощущениям в этом году война закончится. Мы не знаем, как, в каком формате, понятно, там мы говорим о горячей фазе, но тем не менее, вот по его, там, учитывая аналитику, информацию, которую он знает, там, да, вот он так думает. Но вот когда я читаю такое заявление Владимира Зеленского, я вижу, что к этому, по крайней мере, и Украина пытается вести сегодня, потому что, ну, риторика ведь сильно поменялась, вы же помните, начиная от того, что никаких переговоров без границ 91 года и там с Путиным за столом вообще никогда и, да, на законодательном уровне, до того, что весь мир и на саммите в Швейцарии, и до этого уже говорит о том, что ну, Украине говорит переговоры, переговоры, переговоры. А сейчас еще, и мы в этом убедились вот буквально сегодня на дебатах, ну, огромные шансы на победу, если, конечно, то, о чем вы говорите, то, о чем, кстати, Дима говорит. Он говорит, ну, я считаю, что Байден снимет свою кандидатуру в пользу кого-то. В июле это произойдет. Ну, если произойдет, то в июле. Но вот если этого не произойдет, то у Трампа огромные шансы, и тогда действительно, ну, нас будут заставлять идти на невыгодные для нас условия, если просто там будут говорить о том, что мы не даем оружие. Ну вот что вы думаете про ситуацию? Как вообще, кто себя будет вести? Я думаю,
Я думаю, ну, как бы, так как не я первый это высказал, да, это высказал Арестович, да, там в интервью с Димой Быковым, что, в принципе, уже само заявление, что Россия будет участвовать во второй конференции, это уже само по себе признание, что Украина готова идти на какие-то условия. Какие – это вопрос. Но я думаю, они будут жесткими. Я думаю, что Украина… То есть, ну, слова Зеленского я интерпретирую в том смысле, что все, мы больше не можем, и мы идем на переговоры, и уже там заправлять балом будет Россия. Ну, вы понимаете, я опять-таки возвращаюсь к украинскому народу. Да? Это ведь не Зеленский будет решать. Потому что если он решит это без ведома народа, то ему никто не даст вернуться в Украину. Да? То есть он уже должен будет жить вместе с другими беженцами. А как чувствует себя народ? Готов ли народ на вторую, еще одну страшную зиму? А это будет страшнее, чем та, которая была, да, и имея в виду, что мы вот все время говорим электроэнергия, мы все время говорим, что тепло, свет, вода, это правда, но с другой стороны, еще же есть такая вещь, как канализация, понимаете, это же тоже разбомблено, а это значит, что бактерии и вирусы, они везде, и есть реально большая угроза таких серьезных эпидемий. И я не думаю, что сегодня, имея в виду, что война-то, она, в общем-то, большая, очень большая, что медицинская структура Украины, она справится, если вдруг там будет что-то вроде ковида, да, ну, я говорю, не ковид, а вроде ковида, это вполне верно. Они же специально убивают всю инфраструктуру и провоцируют в том числе и эпидемии. Ну, не знаю, им в голову не приходит, что это эпидемия, и к ним тоже может попасть. Но это их не сильно волнует. Но я думаю, что вот это заявление Зеленского и сразу после первой конференции, которая была сделана, мне кажется, что все, он готов отдать России то, чего Россия, ну, может быть, не все, чего она хочет, но многое из того, что она хочет. А на вопрос людей, за что мы погибали, за что наши дети погибали, наши родные, ну, чтобы сохранить Украину. Да, мы все же Украину сохранили, до Киева они не дошли, Киев они не взяли. Да, для них Украина без Киева вообще не имеет смысла. Ну, поймет такое объяснение украинский народ, не поймет, согласится, не согласится, этого я не знаю. Вы понимаете, вот мы живем в современном мире, открытой информации. Если бы у меня была программа в Украине «Сегодня свобода слова», да, не выдавая никаких секретов, мы бы по меньшей мере имели понимание об общественном мнении. Ну, по меньшей мере. У нас же нет вообще никакого понимания, что думают люди. Потому что нам так, а вот на этом марафоне хорошо. Все врут. Вот. Ну, Леся, ну сколько можно жить в вранье? Да, ну это же тоже как бы непристойно. Так, конечно. Я вас хочу... Конкретизируем этот вопрос. Ну, реально же это важнейшая история. Хорошо, если, например, придется что-то подписывать, и президент Зеленский скажет, я не могу взять на себя такую ответственность, давайте мы обратимся к народу Украины, народ Украины скажет, как нужно действовать, и тогда даст мандат на те или иные поступки и действия, учитывая международную ситуацию. И вот тут вопрос, Савик. В Украине есть граждане Украины, то есть это тот, ну, источником, мы сегодня День Конституции, как мы говорили, источником власти в Украине является народ, единственный источник власти, да, который делегирует свои полномочия избранному президенту, Верховной Раде и так далее, и так далее. Так вот вопрос. Давайте разложим граждан Украины, которые могут в условном таком референдуме, мы назовем это как референдум, да, участвовать. Есть граждане Украины, которые находятся в Украине,
Есть граждане Украины, которые также имеют такой же паспорт с такой же юридической силой, которые находятся не в Украине во время Большой войны. Это первый мой вопрос к вам, да? То есть голосуют только те, кто находится в Украине под бомбами, и они говорят, что нужно делать, там, идти на договоренности, идти на какие-то компромиссы с Россией, либо же стоять до конца, либо же в том числе участвуют те, кто за границей могут сказать, ну, в безвоенное время, да, в совершенно все равно других условиях, какие бы они ни были, ну, да, издалека-то воевать легче с диванов, правда? Тут тоже есть момент. Дальше. Опять же, идем, Савик, внутри, вот если мы говорим Украины, это же тоже есть, опять же, граждане Украины, но это же неравнозначно, вот как скажет тот, кто находится, не знаю, там, в Ивано-Франковске или где-то там, не знаю, в Хмельницкой области, и тот, кто или находится в Харькове, в Одессе, либо, Савик, в окопах, ну, конкретно военные. То есть есть такая категория, да, которая, ну, в первую очередь, вот они же, это же не те, кто находится там, да, на Западной Украине, в Центральной Украине, воюют. Воюют конкретно те, кто сегодня, да, они там могут быть со всех областей Украины, но они воюют, они каждый день рискуют жизнью. И это, ну, в первую очередь, их право говорить о том, готовы они дальше рисковать или они хотят остановиться. И у меня вопрос, вот как, если даже делать такой референдум, ну, например, да, если встанет такой вопрос, то кому давать право определять и голосовать в этом референдуме? Только военным? Только всем гражданам, которые внутри Украины? Или всем гражданам, которые в Украине и беженцы сегодня, опять же, из-за России? Вот как бы вы делали? Я бы исходил из того, что мне нужны украинцы в Украине. Они должны вернуться, и я должен создать такие условия, чтобы они вернулись. Потому что если не вернутся они, то придут другие. Свято место пусто не бывает. Да, если вы хотите, я вам даже могу парадоксальный пример привести, но потом. Сейчас это не до шуток. Насколько я понимаю, Минстат, по меньшей мере, в последнее время, да, ну, я там читаю, я не уверен, что есть какие-то вот уже стопроцентные данные, что сегодня в Украине находится где-то около 30 миллионов людей. Да? То есть, если при Ющенко это было 42-43 миллиона, и Ющенко хотел 50, то сейчас примерно 30. Ну, значит, где-то вот такое количество большое, 12, может быть, 10, а может быть и 15 миллионов украинцев живут за рубежом. Значит, кто-то живет, потому что уехал после этого вторжения, да, уже полномасштабного. Кто-то уехал в 2014 году после Крыма и Донбасса, кто-то еще раньше. Но сохраняют украинское гражданство, сохраняют украинский паспорт. Может быть, все эти люди хотят вернуться. Мне бы очень хотелось, чтобы украинцы вернулись, потому что кто будет отстраивать страну? Ее надо отстраивать заново, всю, абсолютно. Да? И для этого нужны украинцы. Поэтому, если референдум будет, то я бы, конечно, сказал, что это должны быть все. Это должны быть все украинцы. И те украинцы, которые подлежат мобилизации. И те украинцы, которые живут за рубежом. И, в общем, все должны в этом участвовать. Это общее абсолютно должно быть. Потому что, слушайте, ну вот пойди, пойми. Вот есть, скажем, вот, ну, люди. Вот есть женщина, прекрасная женщина, у нее двое детей, она живет в Каунасе, да, она сводит концы с концами. А Литва уже не такая дружелюбная, какой она была там в 22-м году. Все очень сложно, работы нет. Конечно же, хотелось вернуться в Днепр, ну ясно, что хотелось бы вернуться в Днепр домой. Она мать-одиночка, у нее нет никого. Ну, почему она не имеет права голосовать, если она бы хотела вернуться в Днепр? Конечно, она имеет право голосовать. Плюс у нее двое детей, которые она бы хотела, чтобы их будущее
да, чтобы их будущее было в Украине. Почему она не имеет права голосовать? Конечно, она должна голосовать. Да, другой вопрос, Леся, вот другой вопрос. Тут кто-нибудь, знаете, из этих умничков, да, вот есть же умники, да, вот эти вот всякие, да, люди, так называемые, я их, то есть так называемые интеллектуалы, жуть, да, а не люди, да, которые скажут, ну, а раз уже вы референдум проводите, а чего вам выборы не провести, да, президентские? Ну, что это вы, да, ну, вы уже нелегитимен, как Путин говорит, ну, давайте проведите выборы. А, то есть, ну, понимаете, тут же будет, это же будет настоящая вот такая словесная мясорубка, да, и будет, и люди будут играть на эмоциях населения, да, а население и так уже живет на эмоциях. Поэтому мне это как-то вот, понимаете, мне сложно. Я бы сказал, да, армия – это очень важный элемент сегодня украинского общества. Может быть, во-первых, ну, провести референдум в армии, пусть это будет закрытый референдум. Пусть вы не будете эти результаты объявлять на весь мир. Но пусть вы будете это знать и будете вести себя честно, исходя из этих результатов. Если армия вам говорит «не пяди земли», то, ребята, придется идти до конца, до последнего украинца, как говорится. Да, если армия говорит, что мы не можем, у нас нету компетентных генералов, у нас нету компетентных стратегов, у нас верховный главнокомандующий и не главнокомандующий, и не верховный, да, то тогда совсем другая история. Понимаете? Вот это же, это серьезные люди должны принимать это решение. Ну, давайте тогда обсуждать будущее Украины. Вот как вы считаете, на какие условия Путина можно пойти? Отдать ему Крым и Донбасс и сказать, а ты нам верни Херсонскую область и Запорожскую, вот пойди в Государственную Думу и в Совет Федерации, поменяй Конституцию, отдай Украине Запорожскую и Херсонскую области, и тогда мы с тобой сядем за стол переговоров. А до этого мы с тобой не сядем за стол переговоров, потому что, ну, это нечестно. Либо Путин скажет, да пошли вы, да? Вот на линии соприкосновения, которая сейчас есть, вот там и будет наша граница, серая зона. Ну так это все нечестно, понимаете? Это же речь о том, что все это украдено Путиным у нас, все, причем полностью и Донбасс, и Крым, и Донецк, Луганск, и все. Вот это же как, знаете, ну, я даже, ну, аналогии ведь понятны, да, когда, ну, просто Леся украл все, да, и теперь он обсуждает, что из украденного я вам верну, и вы за это еще вот это верну, это нет, но вы еще и спасибо скажите, да? Да, Леся, да, но с другой стороны, но есть и другая сторона, то есть она такая немножко не симметричная, она асимметричная, но есть другая сторона. Вот мы говорим сейчас, да, вот у нас есть упрек в адрес россиян, которые в России. Да, почему вы не протестуете против войны? Они отвечают, что если мы там слово скажем 25 лет, да, и никому не охота сидеть в тюрьме 25 лет, да, ну, потому что это конец жизни, особенно российской тюрьмы. А мы, они же могут нам сказать, да, смотрите, вот Донбасс, он с 14 года Донецк и Луганск. Они нами управляются. Почему не было ни одного протеста? Почему не было ни одной проукраинской акции в Луганске и Донецке? Ну, в Крыму окей. В Крыму там целая армия стоит. Хорошо. Но в Донецке и Луганске не было? Не было. Да. Нет, Сайк, я вам скажу, потому что самые активные пассионарии, те, кто за Украину, они просто выехали оттуда, но это же другая история, там уже не общество, вот как общество в срезе, как мы обращаемся к полному российскому обществу, где должны быть и вот те, кто, ну, совесть, в конце концов, да, есть здравый смысл, есть вообще видение того, что ты не раб, и ты должен делать это или ради себя, или ради своих детей. А в Крыму и на Донбассе сейчас нет украинского общества, потому что реально все те, ну, львиная часть тех,
кто был за Украину и кто хотел бы бунтовать и протестовать, они либо же там в тюрьмах, и мы знаем, какие они, ну, подвалы их, да, какие там муки они перенесли. Многие же, кто выбрался, они же рассказали, в том числе и у вас на ток-шоу были, вы же помните прекрасно, и у меня на интервью. Или просто выехали, ну, в Украину. Поэтому, ну, нет, мы не можем так симметрично предъявлять, и они нам не могут предъявлять, понимаете? Плюс мы же о чем говорим? Мы им говорим не только о сегодняшнем дне, а мы им говорим о том, что вы привели к этому сегодняшнему дню своей покорностью и пофигизмом все эти 20 лет правления Путина. Потому что мы, украинцы, когда мы видели, что зарывается наш руководитель и начинает делать какие-то вещи в сторону диктатуры, мы тут же выходили на Майдан, и люди гибли, не просто садились в тюрьму после Майдана, вы вспомните «Небесная сотня». Это же не шутки, это лучшие погибли, молодые. Они не думали о том, посадят их, закончится их жизнь закончилась. Но Украина сегодня — это свободная страна, понимаете, и за это же мы боремся. Поэтому нет, они не могут нам это, Савик, предъявлять, это совершенно разные вещи. Не могут. Да, не могут. Но почему я привел этот пример? Вот, вот это как раз мы идем в сторону, кто должен и кто не должен принимать участие в такого рода референдуме. Понимаете, вот, это очень сложная история. Понимаете, вот провести референдум по вопросу пойти на условия России и закончить кровопролитие или не принимать условия России вообще, да, и бороться до последней капли крови, да, кто в этом, кто имеет право отвечать на этот вопрос, это важную тему подняли. Я считаю, все украинцы. Я так считаю, но многие украинцы могут считать не как я, даже вы можете считать не как я, понимаете? И Дима Гордон может читать не как я. Это, да, это вот все равно это вызывает дискуссию. Да, это же не то, что мы там проводим референдум по медицинской марихуане. Да, мы проводим референдум о будущем страны, о ее вообще, то есть, ну, существовании или несуществовании. Да, мы ведь понимаем, что, я думаю, что все это понимают, что это не будет окончательный мирный договор, что все равно это передышка для России, что все равно будет, наверное, да, вторая попытка. Потому что пока Путин жив, от Киева они не отстанут. Да, вот просто не отстанут.